Ну и снова, друзья, здравствуйте. Сегодня буду производить укладку напольной плитки. Ну и, конечно же, немножко покажу и расскажу, как это буду делать я. Предварительно поверхность загрунтовал, и эта грунтовка нужно, чтобы полностью она высохла. То есть это занимает порядка там 4 часов. Такая вот за окном у нас погода, идет проливной дождь, но это не помеха, потому как мы находимся внутри. Приступим к укладке плитки. Значит, я вот так вот разложил ее. То есть кухня будет угловая, вот это прямо стена и направо. Поэтому, а эта стена будет открыта, поэтому от этой стенки будет идти ровная плитка и будет уходить туда под кухню и туда в нишу. Также здесь вот у нас ступенька 10 миллиметров, то есть здесь у нас будет линолеум 3-миллиметровый, ну а здесь плитка. Поэтому сделал такой перепад 10 миллиметров. Ну и так как здесь у нас теплые полы, то, конечно, для начала перед укладкой плитки нужно проверить на целостность теплого пола, ну чтобы уже убедиться окончательно, что с ним все в порядке. Как проверить теплый пол, можете посмотреть, я оставлю ссылку в описании. Ну, приступаем. Друзья, ну и приступаем к укладке непосредственно самого первого ряда плитки. Первый ряд плитки — это самый главный, самый основной, потому как именно от этого первого ряда зависит как направление самой плитки, так и уровень этой плитки. Поэтому здесь именно к первому ряду нужно отнестись максимально, с максимальной ответственностью. Нужно его сделать четко, потому как будет первый ряд, каким будет первый ряд, таким и будет, и будут все эти полы. Значит, я его выровнял вот по уровню, теперь проверяю высоту. Она должна быть на 3 миллиметра выше соседней стяжки, чтобы линолеум, который будет непосредственно на этой стяжке, он состыковался в один уровень, в одну плоскость с этой плиткой. Клей наношу как на пол, так и на саму плитку. Можно, конечно, наносить только на пол, но я наношу как туда, так и как на пол, так и на саму плитку. Ну и после того, как я уложил первый ряд, здесь, если вы заметили, я пользовался, ну то есть выравнивал его под обычный уровень. Дальше я укладываю по лазерному уровню. Это позволяет мне намного быстрее производить работу. То есть мне не нужно каждый раз тянуться за обычным уровнем, прикладывать, смотреть. То есть я поставил лазерный уровень, и по линии я уже зрительно ориентируюсь. И качество получается очень даже хорошее. Ну, конечно, если хороший лазерный уровень.
Также угольником проверяю, чтобы линии этой плитки они были четкими, чтобы не было такого, что один шов смещен в одну сторону, другой смещен в другую сторону. То есть, чтобы каждый шов он был ровным. Ну и также в качестве киянки я использую руку. Ну, так вот я привык, так я и произвожу укладку этой плитки.
Ну и при выходе на балкон здесь имеется порожек, и его нужно также обойти плиткой. Плитку буду резать под 45. И буду делать это обычной болгаркой. Вот такой довольно-таки неплохой получается срез. Если его полирнуть черепашкой, то будет очень даже неплохо. Ну, никаких сколов нету. Ну, вот когда положил верхний ряд, теперь делаю как бы поступенок, то есть я замеряю, отрезаю. И нужно хорошенько заполнить именно вот сам угол клеем, чтобы там не было совершенно не было никаких пустот, потому что если, не дай бог, что-то упадет или ну как-то наступить на этот край, есть возможность того, что эта плитка может треснуть, если будет там какая-то пустота. Поэтому угол должен быть заполнен полностью клеем, чтобы никаких пустот не было. Ну и соответственно не будет пустот, значит это будет надежно, и вероятность того, что плитка поломается от того, что что-то упадет, она очень даже низкая, эта вероятность. Ну и прежде чем приступить к затирке этих швов, каждый шов нужно обязательно почистить от пыли и почистить также от клея. Бывает такое, что клеем практически заполнен шов за подлицо с плиткой. И поэтому его нужно удалить, особенно это если касается светлой затирки. Ну и также нужно помыть плитку, чтобы затирка была именно того цвета, который вы приобрели, а не перемешивалась с пылью. Ну и приступаю, собственно, к самой затирке. Затирку нужно заполнять хорошо шов, чтобы он был заполнен полностью. То есть я забиваю туда эту затирку и излишки снимаю шпателем. Ну и формирую шов самым надежным и самым долговечным формирователем шва. Это своим указательным пальцем. Друзья, ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока-пока.